и наступил тот момент, великий обзор Арчибальд. Всем здорово, ребятня! С тобой великий обзор Арчибальд, и обзор у меня на фильмы. Итак, посмотрел я фильм «Астероид. Последние часы планеты». В главных ролях Кристофер Ллойд, Майкл Рукер и другие актеры. Что могу сказать? Сказка. Очередная сказка от Голливуда. От создателя сериала «Дети Дюны» и «Детонатомия». Короче. В преддверии конца света. Это реально. Все в шоке, все в панике, мир в панике. Сейчас же шумиха, если никто не знает. На нас летят метеориты, более 40 разных метеоритов, разных диаметров, с разной неуправляемой траекторией полета. Но почему-то никто об этом не пиздит. Вы заметили? Никто. В СМИ. Так, чисто в интернет откроешь, посмотришь картинки и все. Какого числа у нас? Так, 7-го пролетел. 10-го 2 должны были упасть, пролетели. Так, когда у нас там 17-го? 17 сентября. Вот осталось совсем чуть-чуть. А, да, 17-го конец света. Ждем, надеемся и верим. Как обычный мем. Так вот, в преддверии конца света посмотрел я фильмы про астероид. Банально, ну тут что-то сюжет дает. Банальный сюжет. Летит метеорит, огромный астероид может врезаться на нашу планету. И вот спасают. Кого его? Планету, конечно. Планету от метеорита спасают. Показывают разных людей, разные жизни. Совершенно. Фильм сказка. Естественно, американцы всех спасают. Русские плохие. Не дают ракеты. Китайцы тоже. Давайте позовем. В общем, и при этом американцы лучше. И одна баба спасает весь мир. Браво! Лучший сюжет фильма «Апокалипсиса». Не, на самом деле это все страшно. Это реально. Это все реально. И здесь не до смеха. В любую секунду на нас может упасть огромный астероид. С любой траектории. Которые вот эти вот пролетают метеориты. Это все реально. Это нам просто тупо везет. Просто тупо везет. Который 17-го, он пролетит. Все это просто паника. Хотя может и не пролететь. Никто не знает, упадет он или не упадет. Ученые, то что тут пиздят в интернете, все это пиздеж. Никто не скажет вам никогда, что к нам летит метеорит. Только официально сам президент скажет об этом. А почему не скажут? Да потому что начнется паника, астероид к нам летит, все, конец света. Посмотрите, какая паника начнется. Нереальная просто. Поэтому все это пиздюш. Если это действительно будет, никто об этом не узнает. Будет знать только высокие чины. Спецподразделения. Сначала астрономы, да, там НАСА, спецподразделения, там. Потом уже дойдет до президента, ну. А люди будут только догадываться, догадки строить. Вот когда будет официальное заявление, что действительно нам, на нашу планету летит огромный метеорит, астероид. И он может уничтожить всю планету. Вот тогда будет пиздец, действительно. А это все более 40 метеоритов. Одни говорят, что он один маленький, другой неизвестная траектория, второй большой, больше, чем Луна. Ну и пиздец, и кому верить. Так что, детский сад. Вот что действительно косяково, ребятки, если он врежется в наш спутник Луну, да, то это тоже будет пиздец.
Однако неоднократно в нее врезается очень много метеоритов. В общем, тема апокалипсиса вновь наступает. Ну, фильм советую посмотреть. В принципе, фильм на троечку можно посмотреть, скрасить уикенд. А так, детский сад. Ну что, с тебя лайк, дизлайк и подписка. Готовься к концу света, ведь он скоро, 17 сентября. По предсказанию ученых. Как всегда, бла-бла-бла. Ну что, покидусь, ребятки.